плывем к самому удаленному сообществу индейцев в Алдане, которые контактируют с людьми, мы можем с ними познакомиться. Плыть примерно 12 часов. Индейцы угостили нас кабанчиком. Пекали. Так вкусно пахнет. Проплываем через земли очень опасных индейцев, которые вообще не хотят контактировать с людьми и убивают за этот контакт. Сидим мы в луже из подушек и воды. 6 часов идет проливной ливень. Это на открытой лодке довольно сложно высидеть. Мы мокрые, как мыши. Но, тем не менее, наше путешествие продолжается, и это довольно интересно. Это просто ужасно на самом деле. Периодически наши гиды подвозят по реке индейцев из одного пункта в другой. Вот сейчас нас сажали опять в полную лодку индейцев. Вот там вот они все сидят. Наша задача сохранить в целости аппаратуру. Все остальное уже мокрое. Круто! Buenos días! Me llamo Ольга. ¿Cómo se llama? Agua. Mucho gusto. Baik, taruh mengana. Ini enggak tahu kamu. Enggak tahu. Tiba mengga, tiba ada mengga itu. Tiba mengga. Tiwinga. Gua boleh mengga bi akan yang anak ada apa kena ni yang main ke. Mama anu mami kong ke. Что у нас тут? У нас тут топор лежит. Gracias. Если мы сейчас посмотрим, это закопченый кабанчик пекари. Ну, большой кабаниха, судя по всему, потому что вот следующий маленький кабанчик пекари, который им достался вместе с кабаней. Агаманаден, эмбу агаманаден, эмбу агаманаден, эмбу агаманаден, эмбу агаманаден.
Чтобы делать эти маленькие стрелы, они используют древесину, специальные пальмы. Кончик они обмакивают яд курары, который используется как анестезия. Этот яд добывается из специальной лианы, которая надрезается, и в этот сок обмакиваются кончики этих игл. Когда вот эта нежная стрела втыкается в обезьяну, она, конечно же, ее выдергивает и хочет отломать. И поэтому они используют зубы пираньи, чтобы заточить, и стрела сломалась в том месте, где им нужно, чтобы она ее не могла выдернуть, а чтобы она, пытаясь выдернуть, надломила ее, и вот эта ядовитая часть осталась в обезьяне, и тогда через 5 минут обезьяна, они ждут, и она уже падает. Васко нас отрос. Потрясающе, с настоящим индейчиком, который с утра охотился, используя яд курары, мчим на лодке по тихим...